почувствуй яд в своей крови. Я убью тебя, Мисти. Надеюсь, меня еще не заметили. Почувствуй яд в своей крови. Я убью тебя, Мисти.
Гагарю! Я вижу лучника! Тут никого нет. Ты умрёшь. Так много укромных мест. Тебе конец. Я не дам ему сбежать. Я мог поклясться. Теперь друзья Перикла в безопасности. Нет, 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 горю! Что ж, вижу, твои дела идут неплохо.
Пока опасность миновала. Но злодеи все еще на свободе. Это были рыбаки. Их использовал продавец змей, который служит врагам Афин. И что ты сделал? Объяснил, в чем они заблуждаются, и отпустил. Теперь ты в безопасности. Я рад, что все живы, но как знать, вдруг они вернутся? Они знают. Если что, им придется иметь дело со мной. Что ж, вероятно, встреча с тобой их сильно напугала. Спасибо за помощь, Мистий. Я расскажу об этом Периклу. Стой! Дальше тебе нельзя. Не часто увидишь стражника у мастерской скульптора. Я выполняю приказы. И пока их не изменят, никто сюда не войдет. В сторону. У меня важное дело. Не пускать людей тоже. Может, увидишь Фидия после суда, если ему сохранят жизнь. Слушай, меня прислал Перикл. Мне нужно к Фидию. А меня прислали жители Афины, им нужно, чтобы Фидий умер. Уходи, не то умрешь и ты. Я попытался. Правда. Ugh!
Извини, что напугал. Как ты справился со стражей? Ты первый, кто смог. Тише, я от Перикла. Хвала Афине. Я в него верил. Я боялся, что они пришлют ко мне убийцу. Кто они? Тени в ночи, из-за которых не смыкаешь глаз. Они ищут меня, нас. В Афинах стало опасно жить. Культ космоса. Ты знаешь о них? Конечно, я знаю о культе. Вот, взгляни. Это указание. Как убить меня? Но их порвали. Так Перикл пытается спасти тебя вовсе не отсюда. Он спасает тебя от гибели. Я не знаю, кому доверять. Я скульптор. Я хотел лишь творить. Прошу, скажи, что делать? Сначала успокойся. Тебя ждет суд. Люди против тебя. Теперь еще и культ хочет твоей смерти. Говорю же, успокойся. Да, конечно. Клеон сказал, ты растратил деньги. Будь его воля, тебя бы уже казнили. Клеон говорил обо мне? Это навредит Периклу. Нечестивость, кража. А мы столько сделали для Афин. Вы с Периклом очень дружны. Наша с ним дружба началась с любви к Афинам, а трудности привели к величию. Это и есть дружба. Ладно, надо идти. Ты знаешь, где тебе можно скрыться? К югу от Афин есть остров Серифос. Там живет мой друг Ферос. Я послал ему весточку, когда узнал о заговоре. Думаю, он сможет помочь. Мне нужны любые сведения о личностях культистов. Да, да, конечно. Стража! Я отвлеку их, а ты беги. Вечером отправимся на Серифос. Пока не встретимся, не открывай лицо. Я понял. Думал, можно просто так убить стражника и скрыться, да? Выходи и бейся! Ugh.
О, ты пришел. И я начал волноваться. Я обещал увести тебя из Афин. Это правда. Твой друг надежен? Мы с Феросом давние друзья. Я написал ему, где нас встретить. Не будем понапрасну тратить время. Плывем на Серифос, пока можем. Афин, пульт меня не достанет. Хороший корабль. Не надо этого. Чего? Пустых бесед. О, я вовсе не хотел мешать. Просто не так часто мне доводится выходить в море. Здесь свобода. Да, свобода — верное слово. Хотя меня уже слегка мутит. Берегнись за борт, если приспичит. Не то придется убирать. Твой желудок тоже бунтует. Ничего, привыкни. Скоро будем на сервисе. Мощники! Ага!
движении. Отдать паруса! Гребите! Дайте пару! Гребцы, приготовьтесь! Снизим скорость! Стреляй по команде! Лучники, готовьтесь! Всем готовиться к бою! Не можем! Нас попали! Горим! Готовьтесь! Стрелять! Кто-то ты притих, Варнава. Прости. Много лет тому назад, в такую же ясную ночь, мы с Гарасом, моим другом, плыли на Самос. И вдруг услышали, что во тьме кто-то поет наши имена. Песня была столь сладка, мы забыли обо всем. Скажи еще, что видел себе. Я заткнул уши, чтобы избавиться от их чар. Но когда я хотел предупредить Гараса, увидели, что его нет. Рад видеть тебя в добром здравии, Фиди. Спасибо, Ферос. Как видишь, я прибыл не один. А, да, благородный воитель, о котором ты мне писал. Я рад, что спас его. В свою очередь, я кое-что узнал. Убить Фидия планировал человек по имени Брисон. Надеюсь, тебе это чем-то поможет. Да. Попрощайся за меня с Периклом и будь осторожен. В Афинах сейчас небезопасно.
Клянусь своей жизнью и жизнями тех, кого я убью, что больше не подведу космос. Мудрая богиня войны, радостно видит свой город в преддверии. Пафосы,
Если меня тут заметят, будет плохо. Это тебя прислал Перикл? Да. Он рассказал про остракизм, но не объяснил, что мне делать. Конечно же, для этого есть я. Изгнанный может вернуться в город? За это наказывают. За что обычно подвергают остракизму? Достаточно решить, что человек угроза для полиса и людей. Дальше голосование. Некоторых изгоняют лишь потому, что другого кандидата ненавидят меньше. Что мне нужно делать? Голосование состоялось. Скоро голоса подсчитают. Возьми этот мешок со страками и положи вместо тех, которые охраняют. Ты хочешь устроить подмену? Не я, Перикл. И у него есть на то причины. Принеси мне второй мешок со страками, и дальше я сам. Меня никто не увидит. Жди тут. Буду осторожен.
Все готово. Найду человека Перикла. Казармы. Готово. Быстро ты. Что ты с ними сделаешь? Кину в колодец. А, похоже, глашатый. Прошу прощения за задержку. Мы узнали, что кто-то пытался подделать результаты. Не бойтесь, все страки были найдены. Голоса подсчитаны! Из города будет изгнан Анаксагор! Дружба важна. Без дружбы никакое отношение между людьми не имеет ценности. Тем сложнее мне сейчас, когда Анаксагор покидает Афины. Мы были близки, хоть и не так дружны, как они с Периклом. Странно, что Перикл не пришел защищать его. И часто Перикл защищает других людей. Своих друзей? Конечно. Но Анаксагор, похоже, всем доволен. Больше вопросов, чем ответов. Ты сказал, вы близки. Он был мне как наставник. Самые светлые мои мысли рождались в беседах с ним. Кто ты? Спроси любого, и тебе скажут, что я Сократ. Но имя ничто. Мы — это наши действия. У всякого действия своя награда и своя цена. Так скажи, кем считаешь себя ты? Меня зовут Алексиос. Это не помогло узнать тебя. Возможно, найдется другой способ понять, кто ты. Хочешь узнать меня? Лишь знания ценны в этом мире. Ты согласен? Конечно. Мной движет жажда знаний. Тогда у нас с тобой один путь. Мне нужно знать, когда напасть, чем разить, когда использовать слова вместо оружия. Похоже, практические применения наших знаний разнятся. У меня редко есть выбор. Да, ты явно из тех, кто сделает все, что сочтет необходимым, будь то за деньги или ради личных целей. Так поступают многие. Но мне интересны твои мотивы. А как иначе? Из-за тебя мой друг вынужден навсегда покинуть этот город, свой дом. Меня попросили об этом. Так ты важнее того, кого обрек на изгнание. Но есть вопрос интереснее. На ком больше вины? На Анаксагоре, что навлек на себя гнев народа, или на тебе, решившем его судьбу? Ладно, пусть я виноват. Но и блюду я лишь свои интересы. Тогда подумай и об этом дне, об Анаксагоре, о выборе. Сократ, вот и ты. Вот и я. Пойдем, тебя заждались. Я хотел узнать судьбу Анаксагора и узнал. Скажи, что я скоро буду. Что ж, наша беседа подошла к концу. Впрочем, надеюсь, она не последняя. Все может быть. Все, что хотел Перикл, сделано.
вернусь к нему и выясню, что афинянам известно о моей матери. Лишь бы не заметили. Ближе не подходи. Алексиус, это ты? Феба? Ты сказал, что не вернешься на Кефалинию, и я решила уехать. Не помню, чтобы я говорил, что тебе тоже надо уехать. Зато я тут. Как ты сюда попала, Феба? Ну, сначала я работала у Маркуса. И заплатила, чтобы попасть в Афины? Не совсем. Феба... Я откладывала деньги на потом. Все тратить было нельзя, но и ждать я не хотела. Тайком пробралась на корабль, меня никто не видел. Поверить не могу, Феба. Я почти ничего не помню об Афинах из детства, но иногда что-то кажется смутно знакомым. Забавно. Не верится, что ты здесь. Мне тоже. Не верится, что мы с тобой в Афинах. Здесь все совсем не так, как на Кефалинии. Но что ты здесь делаешь? Я должна помочь тебе. Проследить, чтобы ты не брал оружие и переоделся. Так ты теперь работаешь на Перикла? Нет, на Аспасию. Не понимаю, зачем мне переодеваться? Здесь все так ходят. Поначалу странно, но... Думаю, ты быстро привыкнешь. А оружие? Не бойся, я присмотрю за ним. Ты ведь не хочешь пугать людей? Что ж... Как ты оказалась у Аспасии? Ну, прибыв в Афины, я так уж вышла угодила в одну историю. Местные сироты хотели обмануть Аспасию, а я была главной. Кто знал, что это она? И ты попросила работу. Нет, она предложила. Повезло. Думаю, я готов. Нет же, не в таком виде. Жители Афин любят, когда им подражают. Не волнуйся, у меня есть одежда. Я не стану это носить. Но если ты... Не стану, Феба. Но оружие все же оставь. Ладно. Я предупредила. Ну что, это все? Да, теперь ты готов. Между прочим, бывало и хуже. Что-то не припомню такого. Мне точно нельзя брать с собой оружие. Да, точно. Все, поторопись. О, и не забудь попрощаться. О, Алексиас, великолепный странствующий наемник снова с нами. Жаль, что припозднился.
Геродот. Афиняне не стесняются говорить, если они мне не рады. Хоть одно приветливое лицо. Главное, не дай нашим гостям тебя запугать. Ладно. Перикл не царь. Они нужны ему, чтобы снискать любовь людей. А им нужен Перикл. В этом они похожи на тебя. И ты думаешь, что они помогут? Возможно, твои представления о моде освежат их память. Пойдем же, я тебя со всеми познакомлю. По ним не скажешь, но от того, что скажут эти люди, зависит наше будущее. О, Софокл и Еврипид, прошу жаловать. Два самых прославленных драматурга. В критике им попросту нет равных. Судя по всему, у них снова интеллектуальный диспут, как обычно. И к тому же он пишет комедии. Комедии! Еврипид! Я слышал о Софокле. В моем деле важно знать самых богатых и знаменитых людей. Гермип тоже написал немало комедий. Выпей еще. Но он больше известен своими убеждениями, чем трудами. Однако человек рядом с ним – Протагор. Софист, достойный не меньшего уважения, чем великий Сократ. Пригласить Сократа – прекрасный способ испортить всем вечер. Странно, что его вообще пустили. Ой, пусть Сократ тебя не тревожит. Он хотя бы пришел сюда в обуви. А тот бедняга с грацией обезьяны – это Фрасимах. Если прислушаться, поймешь, что они с Сократом хотят доказать одно и то же. Но он так размахивает руками, что не слышит критики. Я совсем не об этом. А где же Перикл? О, он не выходит к своим гостям. Кстати говоря, у меня к нему есть одно дело. Подлый Сократ! Вечно он там, где его совсем не ждешь. Воин, защити меня от его вожделеющего взгляда. О, Алкивиад, сейчас время не для ревности, но для любви. Тебе не стоит брать пример с Алкивиада. Прошу, не пей слишком много. Ну? Скажи, что Мистий думает о собравшейся здесь компании? Видно, эта ночь будет длинной. На пирах должно предаваться веселью, а не чтению стихов. Все здесь настолько скучны. Если эти гости окажутся тебе не по нраву, ты можешь просто сделать то, ради чего пришел. Спасибо, Геродот. Так, прошу меня простить. Нужно найти Перикла и подготовить его. Если он один, я передам ему слова Деймос. Верно, расскажи все Периклу. Я продолжу поиски. Надеюсь, они смогут тебе помочь. И я. О! 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 О!
Кто-то попал в беду. Открывай дверь, не то выбью! О, не подумай чего. Она любит смотреть. О, ну надо ж. Какая сила. Какая устремленность. Теперь ясно, почему ты привлек Перикла. Хочешь присоединиться к нам? Я думал, кто-то кричит от боли. Иногда бывает сложно различить крики боли и удовольствия. Знал бы, что постучишь именно ты, открыл бы дверь буквально нараспашку. Я пришел сюда, чтобы найти одну женщину. Так выходит, мы можем помочь друг другу. Ты принесешь масло, а я помогу тебе в поисках. Быть может, она тут? Ее там нет. А я все равно проверю. После того, что я видел, лучше будет сходить за маслом. И послушен, ты мне нравишься. Поспеши. Если не принесешь масло, нашему веселью конец. А тебя влечет ко мне, да? Принес масло? Ты вырос в доме Перикла, но ты совсем другой. Перикл такой один. Но и он обычно веселее, чем сейчас. Афины в осаде, он переживает за город. Поэтому сегодня как раз подходящий момент, чтобы насладиться последними глотками свободы. Когда ты вошел, мне показалось, вы с Сократом... Увы, это не так. Но настанет день, и этот человек будет с нами. Я обещаю. Я еще вернусь. Если принесешь кувшин масла, познаешь мою глубокую благодарность. А тебя влечет ко мне. Я принес дары. Хвала богам! Днем наши женщины горевали, а мужчины трудились. Но вечер для празднеств. Будем веселиться! Что скажешь? Ты с нами? Ну а теперь ты помоги мне, Алли. Я ищу женщину. О деле больше ни о чем. Прелесть. Слушай, я ищу женщину, некогда сбежавшую из Спарты. Из Спарты? И
из Спарты не сбегают. Но пусть, допустим, если она глупа, погибла. А если умна, сделала то же, что Аспасия. Получила независимость. Самая умная и изобретательная женщина во всей Коринфии. Что, Гетера? Я слышал, что с ними считаются в Коринфе, но думал, что в любом городе так. О, нет! Эти женщины не похожи на остальных, и чтобы стать Гетерой, нужен ум. Алли, вернись к нам! Праздник продолжается. Будешь в Коринфе, найди Антусу. Она знает обо всех, кто приходит и уходит из города. До новых встреч, воин. Антуса в Коринфе. Ну, хотя бы что-то. Наемник здесь? Прислали посмеяться над моей битвой с Еврипидом? Хватит, мне нужны сведения, я ищу женщину из Спарты. Ищешь спартанку в Афинах? Интересно. Но мне ни к чему обращать внимание на кого-то, кроме себя самого. Поговори с Еврипидом. Он тоже немало знает о людях. Вшивый, желтозубый, пучеглазый Морозов. Но о трезвом он не говорит. Не знаю, что это значит. Нет, конечно. Он говорит лишь, когда пьян? Это больше пристало аргивянам. О, я восхищен. Еврипид из Аргуса. Ладно, быть может, хотя бы станет веселей. Но нужно выбрать верное вино. Оно должно быть на кухне. Дай знать, когда Еврипид будет пьян, и я ускользну отсюда. Вы с Периклом знакомы? Правильный вопрос, как Перикл познакомился с тобой. Я величайший драматург в Греции, наставник Еврипида, любовник Асклепия, отец театра и так далее. Ты оказал ему великую честь, спрятавшись на кухне. Ты так переживаешь из-за Еврипида. Вы точно лишь друзья? Лишь это не про меня, путник. Впрочем, да, с Еврипидом нас связывают узы прочнее братства. Зачем он спутался с этим никчемным Аристофаном, я не знаю. Я за вином. Чудесно. Позволь дружеский совет. Аристофану нельзя сладкое вино. Я видел, что с ним бывает, и это чарующе невыносимо. Без невыносимых последствий и праздник не праздник. Я скажу, получилось ли. Тебе сюда нельзя. Чего тебе? Дай твое лучшее сухое вино. Да, бери и прочь с моей кухни. Я занята. Мисти в доме Перикла? Не думал, что доживу.
Наверное, увидел мою пародию на Гермипа. Печальный хорек. Ну же, что она думает? У меня много имен. Оно не в их числе. И как зовешь себя ты, по существу сотни имен? Алексиос. Ты не похож на Алексиоса, но неважно. Я Аристофан, а этот человек Еврипид. Ну же, представься, давай. Я Еврипид. Для драматурга ты немногословен. Добрые люди ведут тихую жизнь, так он говорит. Правда, Еврипид? Обычно, чтобы отдохнуть, я дерусь. Но для тебя... Быстрей, принеси ему вина. Вдруг скажет, что умное. После диспута с Софоклом я предпочту сохранить ясность ума. Я здесь, потому что ищу человека. А нам показалось, что ты заодно наливаешь нам вино. Сосредоточимся на этом. Вам с Аристофаном надо выпить. Сыграем? Состязание? А, чудесная мысль! Еврипид молчалив, но от схватки не откажется. Что же, если принесешь вина, я покажу этому юнцу, как пьют у нас в Аргосе. Перикл пригласил вас не просто так. Мы обедаем тут, прославляя Перикла, или у Клеона. Но Клеону свойственно очарование всех политиков. Жуткий голос и вульгарные манеры. Почему ты не извинишься перед Софоклом? Это он должен извиниться. Софокл мой друг, а добрый друг порой дороже целой семьи. Ему просто нужно немного успокоиться. За Диониса! Это вкусно! Это нектар богов. Наливай еще! Может, еще вина? Откуда такое вкусное вино? Перикл припрятал, что ли? Есть поговорка. Доброе вино, добрые друзья. Готовы продолжить? Давно не случалось такого симпосия. Знаешь что? Ты мне по нраву. Кто привел тебя? Я пришел сам. Я ищу женщину, которая когда-то бежала из Спарты. Да? Зачем? Она потеряла детей, ей пришлось. Хотела приглушить боль. Еврипид, впиши ее в пьесу. Я слышал, спартанские матери ходят в святилище в Арголиде, молят о склепе, о жалости. Мне ли не знать, это мой дом. После того, что случилось, сомневаюсь, что она доверяет жрецам. Тогда спроси Гиппократа. Он лекарь, лучший из лучших. И он все еще в Аргосе. Если она пошла к нему, он наверняка ей помог. Мне нравится пить и петь. Вернись, если решишь петь со мной. Я подумаю. Гиппократ в Аргосе. Отлично. Как там Еврипид? Уже пьян? Все, можешь не прятаться. Еврипид не заметит твой побег. Он ничего не заметит. Прятаться? Афинам грозит война. Нас лишат домов, а затем и голов. Но свою честь я намерен сохранить до конца. Хотя бы ее остатки. Если увидишь Перикла, передай мою благодарность за дивный вечер.
А, да это же тот, кто ценит знания превыше всего. Думал, мы поняли, знания нам нужны для разных целей. А, ты помнишь. Возможно, стоит продолжить ту беседу. Ты надеешься отвлечь мое внимание от нашего спора? Всю ночь спорите об одном и том же и еще не подрались? Я весь внимание. Мы обсуждаем природу правления. Где как не здесь. Я задам тебе тот же вопрос, что и Фросимаху. Считаешь ли ты, что править — это искусство? Это искусство, как и все важные деяния. Тут не о чем спорить. Но медицина улучшает состояние больного, не врача. Плотничество — здание, а не плотника. Так разве правление не призвано улучшать жизни подданных, а не правителей? Что за чушь? Спор между вами не имеет смысла. Возможно. Но скажи, что есть искусство? Ты меня в это не втянешь. Что ж, ответь. Придает ли художник творению форму и симметрию? Ну, да. Тоже делают законы и право для людей, верно? Нет лучшего способа рассказать о народе, чем поведать о его обычаях и законах, верно? А если так... Правление, а с ним и правосудие, искусство, как и сказал Фросимах. Как угодно. Аспасия. Сократом лучше быть помягче. У него блестящий ум, но общаться с ним бывает нелегко. Он же не всегда такой, да? А, Феба. Перикл уже сбежал от всех на балкон, не так ли? В искусстве скрытного отступления ему нет равных. Я приведу его. Алексиус поможет. Его все слушают. Отлично. Иди. Алексиус тебя скоро догонит. А теперь позволь представиться. Меня зовут Аспасия. Скрыть то, что ты натворил в Мегариде, было непросто. Ты за мной следила. Таким, как ты, нельзя доверять. Мы делаем все ради выживания. И стыдиться нам нечего, поверь. Видно, что ты не местный, Алексиус. По твоей одежде. Вот как? Одежда ничего не изменит. Афинский хитон мне непривычен. Да, до конца к ним не привыкнуть. Похоже, за нами наблюдает весь зал, хотя никто и не смотрит. Хочешь что-то сказать? Говори сейчас. И потише. Я ищу женщину, которая когда-то сбежала из Спарты с ребенком. Надеялся, ты поможешь. Ты знаешь, где она может быть? Врач по имени Гиппократ вроде бы видел ее в Аргосе. Хороший человек. Если тебе доведется встретить Агату, передай, что Аспасия помнит ее и шлет привет. Что еще? Алкивиад дал мне имя женщины в Коринфе. Ну, конечно. Моя подруга Антуса... Одна из немногих в Коринфе, кто живет в достатке и при этом честно. Вернее сказать, почти честно. И это все. У меня есть идея. В прошлой жизни, чтобы найти что-то или кого-то, я просила об услуге друга. Скажем, капитана. А его имя? Ее зовут Ксения. Последний раз мы виделись на Акеусе. Предупреждаю. С ней лучше держать ухо востро.
Жизнь в море превращает людей в чудищ. Спасибо тебе. Возвращайся, как закончишь. Мы найдем твою мать вместе. Окажи мне услугу, попроси Перикла спуститься к гостям. Ты ламвани хоран. Алексиас? Не помню, чтобы я звал Мистия. Как Феба тебя пустила? Аспасия послала за тобой. Хочет, чтобы ты спустился вниз. А, она говорит, я не уделяю внимания гостям. Но это все не по мне. А ведь ты тоже гость. Если вы с Геродотом будете здесь, ей этого хватит, как думаешь? Ты так сильно не хочешь туда идти? Когда проводишь каждый день перед толпами, начинаешь ценить моменты тишины. Или хотя бы ее подобие. Ты послал Метеоха к рыбакам, но ведь это опасно. Я ничего не знал об опасности, поверь мне. У тебя надежные друзья. Это потому, что я дорожу ими. Не понимаю, зачем ты помог изгнать Анаксагора? Сократ сказал, что вы друзья. Я не рискую жизнями близких людей, если можно поступить по-другому. Ты хотел защитить его? Анаксагор согласился со мной. 10 лет – долгий срок, но зато он будет жив. Фиди ожидал суда, но ты велел вывести его из Афин. Я думал, что ты с почтением относишься к закону. Фиди мне очень дорог. Его могли признать виновным. К тому же он мог погибнуть. Так ты знал? Я знаю, что он не в себе. Но у каждого есть друг, ради которого можно пойти на все, поверь мне.